Так, друзья, вот морозильный траулер, вот машина, заполненная хамсой. Вот, сейчас отправляемся на этом супер-пупер-мега-КамАЗе. Отправляемся в путь. А можно здесь заходить в кабину или там лучше, уже после проходной первой? Без разницы? Без разницы, да. Ну тогда здесь заходим. Выгоним. Давайте выгоним там за проходной, и я залезу к вам в машину. А, да? Ну тогда все, поехали. Ну все, ребята, вот мы, этот траулер, комета Галлея. Вот, смотрите. Вот машина, вот КамАЗ. Сейчас вот такой вот супер-пупер-мега-КамАЗ. Сейчас мне открывают двери, потому что, сами понимаете, на КамАЗе противоугонная система. И дверь просто так не откроется, а вот так откроется. Едем. Вот так вроде закрыл. Вот такой вот супер-пупер мега КамАЗ. Вон ребята что-то выгружают, загружают. Первая проходная, а потом будет вторая. А там, там откроют, ребят? А, если бы не сказали до 7, то там людей мало, может быть, немножко придется подождать по 7. А через эту проходную? А. Можешь через первую нырнуть, проходную? Нельзя. Нельзя? Запрещено прям, да? Там мост. Ага. Уже нельзя. Сейчас на проходную позвонят. Едем. Да, пока они придут с той проходной сюда. Там вообще один человек был. Вот сейчас я заходил туда. Там один человек, и то он собирается такой. Надеюсь, не придется задом сдавать, как вчера здесь. Ну, на проходной, наверное. На проходной тихо. Вообще тишина. Никого нет. Ну, тогда все, отключаемся, ребята.